Впервые за несколько десятилетий фестиваль «Две культуры, одна вера» прошел не на сцене Зимнего театра, а на этот раз национальные диаспоры курорта собрались в новом центре национальных культур «Истоки». Открылся он в микрорайоне КСМ. И теперь танцами, вокалом здесь занимаются юные жители сразу нескольких близлежащих поселков. В честь знаменательной даты для грузинской диаспоры Дня независимости Грузии воспитанники Дома культуры «Истоки» подготовили для зрителей праздничный концерт. И мы сейчас ждем новое поколение, которое подрастет и будет понимать, что в составе дружбы с Россией Грузия ждет дальше рассвет. И мы к этому стремимся. И сегодняшний праздник – это не праздник чистой Республики Грузии, это праздник наших межнациональных взаимоотношений, нашей любви друг к другу, в городе в Сочи, России, где нас сотни даже национальностей, а не десятки, и мы где как братья и сестры живем в этом мире. Традиционно поздравить грузинскую диаспору пришли и председатели всех нацобщин курорта. К слову, и на сцене в этот день звучали как грузинские, так и русские, армянские, белорусские, греческие напевы. А в одном из ансамблей Дома культуры и вовсе одновременно танцуют представители 6 национальностей. И вот такое взаимопроникновение, взаимоуважение, взаимообогащение и дает всем нашим народам возможность двигаться вперед. Еще раз вас с праздником. Низкий поклон вашему руководству и всей грузинской общине за то, что вы стали вдохновителями вот этого Дома культуры «Истоки». В Центре национальных культур «Истоки» ребят не только учат танцевать, но и возвращают к истокам. Здесь обучают родным языкам, игре на национальных инструментах. Ведь сила народов в истории, уверены сочинцы.